Всем привет, ребят, с вами, как всегда, Латвин на канале. Сегодня мы будем играть в Stick War Legacy, погнали. Готово. Что кого-то там. Паунтерс каких-то. Ну ладно, мы уже сделали 4 мещиков, значит, одного мы ведем на разведку. Нет, этот будет император. Он типа говорит это вот. Ходокопом добывать золото как можно быстрее. Но это будет изи, потому что маленьких, короче, мало хп. И урон в разы меньше. Пиратор решил разведать зону. Мне, кстати, кажется только. Кажется, если что, что тут будет король. У меня есть подозрение на это. Потому что когда я заходил, там я хотел посмотреть на декор, а там был король. Там был, короче, корона короля. Давайте! Они меня бьют настолько сильно, что я даже похилиться не могу. Нам пришлось щит включать, чтобы не 5 хп сносили, а 1. Надо хилиться. Император говорит, все за мной. И подогнал свою армию. Ну, конечно же, считал. Все, что надо нам есть, и что не надо, нет. Чего не надо, нет. Туда-сюда давайте. Туда-сюда, короче, будут идти. До того момента, пока не придут зомби. О, гигантские тут уже. Еще одна добыча. За пару секунд. И откачать мечников. И копить на максимальный скин. Нужно кого-то призвать. Кого же мне призвать? Блин. Буст мне заюзать. Грифона не надо. Потому что если я возьму грифона, то его то одного грифона хватит, чтобы затащить волну. Тату левел, точнее. Но можно взять мещика и затащить его. Способом, который мне друг подсказывал. Марика тоже нет. Этот для спинника мы нашим подготовили вот это. Да, для тех мечей, которые решили обойти. Все идем на базу. Пробуй найти императора. Ну тут императора, в принципе, видно. Сейчас. Не, хотел чихнуть. Не получилось. Да, бывает. Айкисы тоже такое когда-то бывает. И
Гений. Там регенерация надо. О! Обходим. Это ясно, что 84. Теперь сейчас попробуйте найти императора. Да, тут, наверное, на этом моменте кафедры нашел. Ты нашел тому респект. Первый был разминка, второй это на респект. Если ты нашел, пиши в комментах, я нашел. Император среди всех. Тут тоже можно купить. Меня подождите. Ладно, я сам с ним расправлюсь. Я знаю, что он там бежит, но я с ним сам расправлюсь. Первый класс выполнен. Ё-моё, сколько их там много? 306. Оп. Здесь прокачек. Блин, мало у нас мы прокачаем. Мы даже это вот, мещика не до конца. А тут будет король? Нет. Будет что же статуя. Статуя. Но тут был выбран император. Ой. Да, кто выбрал? Оп. Капитан Битров. Отдай ХП. Это так нечестно. Зато честно то, что я свое ХП себе раскачаю. Ну да, это честно. До момент, пока завтра не уйдет. И оп. Только сказала, уже завтра вышло. А я все равно статую куплю. Так и тебе, Рудокоп. В замках тут нету. По причине нету ни одного челика. Рак вызвал подкрепление. Блок, блок, блок. Интересно, если бы я пошла так немножко. Сейчас используем армию. Ой, плохая идея. Плохая идея. Лучика надо. Моё ХП. Добивай. А, король, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока-пока.